Друзья, вы на канале Ушастик, и мы с вами проходим Resident Evil 4 ремейк. Желаю вам хорошего просмотра. Так, давайте посмотрим, что у меня тут все есть. А что у меня тут и нет. Куда нам? А, нам туда. Окей. Так, подожди, 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 никуда. Отлично. И все, да? Да. Нет, вот еще есть. Отлично. Так. Так. Блин, у меня столько патронов на этот, а? Это просто капец. Ну-ка, давайте пойдем посмотрим. Открой. Тут не стоит нигде барига. Блин, мне нужен барига. Ну-ка, давайте тут посмотрим. Ай, бойте. А что там? Давайте посмотрим. Ага. Ага. О, смотри, флаг опустился. Ага. Опустился. Нам наверняка сюда. Так, нет, там не сюда. С решеткой. Интересно, есть ли связь с тем флагом? Сейчас посмотрим, что есть, что нет. Так, что тут? Показалось. Ладно. Так, ладно, идем обратно, короче, домой. Я хочу там посмотреть, что тут есть все. Дурак. Это же мы назад пришли. Назад вернулись. Так, тут мы сделали. Там я был, там ничего такого нету. Мне вот сюда надо как-то. Только вот как, я не знаю. А, вот, все. Овчарки. Овчарки, овчарки, берем вот это. Все равно она успела. Все равно она успела меня укусить. Это собака овчарская. Так, подожди.
Вообще патронов нет. Просто по нулям. Просто по нулям. Уйди. Тут же по-любому можно как-то подняться, да? Нет, нет. Никак нельзя. Давайте вот это возьмем. Ё-твою. Да, прёши, дурак ты. Взял, выпустил их. Сейчас они тебя поимеют. О, там уже одно имеют. Да, любит. Ой, блядь. Как мне заебали эти собаки, а? Чёрные, блядь, твари. Еще вас не хватало бы патроны тратить. Твари. Вставай там, что ты разлеглась? Подожди. Не, подожди. Подожди, подожди, подожди. Мы вот так сделаем лучше. Одно готово. Стерва. А это мы. Так завалим. Еще одна дверь. Еще одна дверь. Че, где она? Че за проблема у нас, да? Мы ступили, мы взяли и продали наш этот автоматик. Вот на вот эти патроны. Блин, не надо было продавать его. Ступили просто. Еще. Пошел вон. Пошел вон. Блин, она. Понятно. Сейчас не тяжело будет. Подожди, 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 подожди. Делай так. Раз. Где еще одна тварь? Доели они мне и уже убежали. Я лучше... Уродка. Я лучше не знаю, мы правильно идем или мы неправильно идем. Вот это я понять не могу. Да, фигня. Угу.
Это мы опять назад пришли. И зачем? Я понять не могу. Так, подожди. Я просто понять не могу. Мне вон туда надо. Или нет? Ну-ка. Тут я был. Вот тут мне надо. Или я там тоже был? Не помню. Не помню, не помню. Да хватит там акать. Блин. Подожди. Уйди. Но это мы опять назад выращиваемся. Да. Не заблудиться можно тут. Окей, отлично. Вот. Вот она, да? Или нет, я тут был. Я тут был. Да, я тут был, окей. Потом мы зашли сюда. Мы сюда зашли. Не, мы их... Пиздец мне, короче. Всё. Ебучие эти собаки, как они мне надоели. Просто надоели. Блядь, еще опоздал. Ой, блядь. Он бы ей тоже бы дал хоп что-то, я не знаю, ну там пистолет или что-то, блядь. Ёбаные эти собаки, как они мне надоели, а эти шавки. Да грузись давай, игра. Капец. Так, ну куда я снайперку возьму, че? Идем. Готов. Что ты там блинкаешь? Хватит блинкать. Подожди, тут уже... Что тут? Тут уже сделано, окей.
Вот собака. Она убежала. Блять. Уроды, блять, шапки эти тварисные. Сказал же, слышал же, блять, а? Че трутся где-то они, твари. На нет. Да, конечно, фигня. Патронов уже нет. Фигня. Пиздец, короче. Это очень плохо. Да хватит этих уже шавков, этих ублюдовских. Понятно. Ну-ка подержи. Эй, поможешь? Ага. Давай. А я быстро туда рвану. Чего тебе давать? Давай-ка ты. По-любому не туда. Вот она, последняя. Ты у нас последняя. Да. Наконец-то можно выбраться отсюда. Да. Еще путь дырков не хватает. Эшли, беги! Так, а кто мне ворота откроет, дура ты? Эшли. Подожди, 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 подожди. Тут же можно было спрыгнуть. Ой, блин, а. Ну он ее тащит, а? Тащит, а. Он тащит ее ко мне. Ко мне тащи ее. Держись, я разберусь. Нет! Да подожди, дура, блядь. Кто мне эту дуру вообще дал? Как она мне уже надоела, а? Не за что. Угу. Сдохни уже, тварь. Да ел мне. А, там собаки. Круто, там собачки еще наверх. Давай, 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 иди сюда. Шуваль, а? Какая она шуваль просто. Пошли отсюда, нахрен. Я уже все патроны свои потратил. Хрень какая-то. Да хватит меня спрашивать, норме я да или нет. Ничего я не норме. Думаю, бальный зал там. Блин. Да, здорово. Я обновил ассортимент, друг. Да помолчи своим. Спасибо. Ага.
Спасибо. Так, что сейчас мы ее купим обратно. Приходи, когда у тебя появятся деньги, друг. Гарантирую. Да заткнись. Деньги отобьются с лихвой. Угу. Отобьются они. Ничего они не отобьются. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Так, подожди. Я продаю много отличных товаров, чужак. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Блин, а ее больше нету. Вот она. За 10 он продает ее. Вот это полное говно. Собачное говно. О-о-о, с этой штукой ты сможешь проложить путь в толпе. Большой объем. Этого тебе точно должно хватить. Угу. Что, это все? Нет, подожди. О, друг, что может быть приятнее, чем приходи в любое время? Покамись все тогда. Покамись все. Так, делаем так, 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 так. Отлично. И... вот так. Все, пошли. О, смотри, там статуя. Угу. Понятно, нам нужно что-то. Отлично, ножичек. О, Леон, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Угу. Слишком уж старомодный. А, жаль. Ты в нем круто досмотрелся. У меня здоровья почти вообще нет. Ну, я имею в виду аптеки. Не думай прыгать. По-любому прыгнешь, и будет какая-то жопа. Я думаю, нам придется все равно туда прыгнуть. Да. Эшли, не спускайся. Ладно, осторожней. Да, будь там. А. Ёпана ты, брат. Это что за... А, издеваются. Просто издеваются. Вот так. Смотри, помогло. Видимо, они не любят огонь. Эшли, не бойся. Да, конечно, я справлюсь. Ты. Сейчас на них еще, блядь, патроны потратим. Ебаный рот. Справимся. Спрячься!
Вы что, ебанули, что ли, а? Не, вы издеваетесь, а? Мне это интересно. Я так почти патроны потратил. Ну, не банулись. Я не знаю, что делать. Давайте убейте меня. Что мне еще? Ладно, придется ее потратить. Все хорошо? Да иди ты нахрен своим, все хорошо, блин. Пиздец, если мне босса дадут, я вообще не знаю, как мне его убивать. Прыгай давай, да-да. Ёбаный в рот, ловить её надо. Леон! Да иду я. Мой герой. Точно всё хорошо? Хуёй, блядь, а не герой. Спасибо тебе. Все патроны потратил. Все по нулям почти. Можно было хоть у этого барыги, блин, патроны купить. Ну-ка. Привет, чужак. Да, здорово. Привет. Можно у тебя патроны купить? Патроны хочу. Все, что есть перед тобой. Не, да, у него нельзя патронов купить. Я продаю много отличных товаров, чужак. Что за князя? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. До встречи. До встречи. Так, идем. Подошло. Где эту хрень еще взять? Понятно. Там я был. Понятно. Так, не надо, игра. Не думай это делать. Тут я был. Тогда, может, мне в другую дверь. Смотрим.
Да. И вот эту дверь. Берем, короче, голову и съебываем отсюда. А, ну понятно, да. Ой, блядь. Что я могу сказать? Нам пиздец. Допусти ее, блядь. Блюдо страны. Бля, что я наделал? Не то я хотел. Да возьми, ебанутый Леон. Как ты меня уже заебенил, блядь. Ебать, мне просто пизда. Мне пиздец. Мне пиздец. Мне пиздец. Или подожди. Подожди. Где этот ты, блюдок ебаный? Блюдок драный. Отходим. Да попади, блядь. Хуёво. Окей, нормально. Подожди, подожди, подожди. Ничего себе есть. Пиздец просто, я не знаю, они звери просто, кусков, блядь. Я не знаю, блядь, им вообще похуй, блядь. Да иди ты нахрен, пускай тебя забирают. Блядь. Где ты, дура? Пиздец, я проиграл. Как она меня заебала, эта дура. Просто надоела эта баба. Я не знаю, в четвертой части оригинально так не было тяжело, как тут. Тут это просто жопа, блядь, полная. Еще это, блядь, патроны вообще не хватают. Вот нахрен она тут. Будь тут, пожалуйста. Вот будь тут. И все. Больше мне ничего не надо. Идиотка, блядь.
окей. Отлично. Ну, понеслась. Того урода сразу валим. Где он, козел вонючий, блядь, выйди, а? Пожалуйста. Почему он его не валит? Почему он пропустил столько патронов на этого ублюдка? Я не знаю, что делать. Я без понятки. Без понятки. Я не знаю, что делать. Хуй понять. Давай, давай, побыстрее. Пиздец, просто пиздец это, можно сказать. Чё, он ушел куда-то? Куда он ушел, ублюдок этот? Да я вижу его. Ну, у меня уже эти дрючат. Блять. Да откуда я знаю? Отводи, блядь, от нее, пожалуйста. Че только не посыпился, как бандалеха, блядь, долбаная. Давай, 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 заряди эту пиликатку свою, эту дебильную. Я не знаю, что делать просто. Я не знаю, что делать. О, я не знаю просто, что делать. Да, отойди нафиг оттуда. Где этот ублюдок вонючий, а? Тварь вонючая. Пиздец, короче. Иди ты нахуй своей этой Эшли, блять. Оставь ее в покое, пускай она там сидит. Надрал он, блядь, своей этой Эшлей, блядь. Подожди. Винчестер, бери винчестер.
Не тупи. Да, да, да. Серьезный, братва. Отъебался бы от нее. Не думаю ее трогать. Блять. Отходим. Отлично. Фу. Доставай, что ты там, блять, упала? Овечка ты, блять. Мне надо посмотреть. О, отлично. Ну мне не это надо, мне побольше патронов надо. У меня патронов нет просто. У меня вообще полная жопа. У меня все по нулям. Прогресс. Ой, ё-моё. Я не знаю, что делать. Еще идут. Да, перестань. Иди сюда. Да, фигня. Дебила. Без патронов, да, фигня. Только... Лучшие товары, привет. Что могу предложить? Так, подождите. Давайте мы что-то... Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Да иди ты нахрен. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Это да. Спасибо. Можно как-то у него, я не знаю, ну, патроны купить. О, я знал, что ты это выберешь. Что я сейчас сделал? Подожди. В любое время. Да. Так, подождите. Давайте мы тут загрузим. Быстренько. Что-то я там неправильно сделал. Давай пусть. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь?
спасибо. 6. Мы любим разные травы. Это? Они и лечат, и калечат. Они могут все. Боюсь, этого не хватит. Красный. Это 10. Подкопи, и тогда уж приходи. Ладно, давайте это возьмем. Интересный выбор. В хорошем смысле, конечно. Это чё? Что-что? Как нам удалось добыть все это? В замке этого клоуна полно безделушек. Он же обойдется без них, правда? Угу. Чем еще могу услужить? Запасаешься, пока можешь? Угу. Разумно. Угу. Вот световая граната мне тоже нужна. Знание — сила. Помни это, друг. Я продаю... Ты только там не убейся! Да не убейся. Так, давайте смотреть. Мне... Еще. Так, зарядим все, а чего? Может быть, еще какая-то тварь прибежит. Все. Понеслась. Одной детали не хватает. Какой опять не хватает? Как она не хватает, блядь? Ну понятно, там еще дальше, короче. Мозг ебенить. И где оно может быть? Там по-любому не может быть. Порадуй себя, друг. Угу. Бля, да ну нахрен, а. Ладно, давайте поехали. Надеюсь, не укачивает? Я лучше бы тебя тут оставил. Я не знаю, зачем он ее везде с собой берет. О, прибыли! Так, подожди. И... Матадлос!
Блядь, я боюсь сюда идти уже. Мататус, блядь. Ладно, понеслась. Броню потрепали. Да иди нахуй оттуда. Паскуда ебаная, блядь. Угу. Нет, такие уроды. Очень меткие эти уроды. Пошли, 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 пошли. Все, побыстрее только иди, и все будет хорошо. Пиздец меня, да? Вставай, блядь, корова ты ёбаная. Не хватает, да, ничего. Ладно. Попозже сюда придем. Сваливаем отсюда. Ебана ты в рот. Вы что, издеваетесь, а? Мне вообще вот сюда надо. Вот сюда. Но я не знаю, как туда попасть.
Отойди. Что происходит? Ничего происходит. Отойди. Ой, как хорошо получилось. Просто вообще отлично. Ты возьмешь ствол? Нет? Это коросла, блин. Сейчас не будет. Чего? Вот это бред. Не думай. Понятно. Сколько ее, блядь, стрелять? Это что за хуебан? Мне начинает злить это, блядь, ну реально. Ебануться, блядь. Да стоп. Нахрен сюда обратно вернулся? Мне вот это мне интересно. Я не могу понять, зачем я сюда обратно вернулся. Я же все назад иду. Ну конечно. А мне туда не надо. Мне вот сюда надо. И зачем я сюда пошел тогда? Ай, блин, блядь. Мне вот сюда надо. Беги, детка. И беги быстрее. Нихуя не метки. Так, отлично. Бред, блин, а в оригинальной вообще такое не было. Если вам правду сказать. Ладно, идем туда. Я там хочу что-то забрать. Где это? Ёба, наоборот, не хочу я забрать. Сваливаем отсюда. Не хочу. Сейчас на него еще патроны тратить. Это вообще будет. Идем, короче, лучше дальше. Все.
пиздят просто ебанура. Нахуй я этот ствол прокачиваю, если он вообще ничего не дает мне. Он слабый. Зачем я его тогда прокачиваю? Дела не ахти. Я понять не могу. Желтая трава. Ладно. Подожди. А, вот сюда мы обратно вернулись. Если сказать. Ну да, сюда мы обратно вернулись. Порадуй себя, друг. Так. Иди ты нахрен. Подожди. Да. Подожди, так. Так, отлично, это мы забрали. Пора идти дальше. Да подожди с твоим дальше. А, тут учение, нет. Учение я не хочу, оно мне нахрен не нужно. Хрен это учение. Так. Тут какой-то символ. Это тебе что надо? Твою мать, вот оно и есть. А я, блядь, тут бегал, весь как этот. Ладно. Идем. Статуя со змеями. Да, оно вот мне нужно. Не, ну я думаю, мы не будем же. Они что, здесь едят? Фу, блин. Что это? Бред какой-то. Ладно. Я не думаю, что это какая-то загадка. Но я уже думаю, что это загадка. Это загадка. Какая-то. Подожди. И что это дает? И что? Откуда я знаю? Подожди. Ты выполняешь такие задания? Ну да,
но не всегда в приятной компании. Я слышу комплимент. Воспринимай как хочешь. Ничего не происходит. Нет. Неправильно. Ванна. Детка, ну-ка сядь сюда. Эшли. Ага. Сядь сюда. Мы что-то упускаем. Садись. Да, да. Ну-ка, подожди, а если она там села, а я сяжу тут? Леон! Угадал. Разобрались. Загадка дебильная. Ну хорошо, что патроны не надо было тратить. Мне хоть что-то это радует. Сваливаем сюда. Угу. Ёбаный ты рот. Леон, сзади! Стой там. Куда ты идешь, блядь? Не, она, правда, она очень бесит очень сильно. Ее нафиг не надо. Ёб твою. Эта игра вообще издевается. Я говорю, что она мне бесит, мне еще дают за нее играть. Не пугай меня так. Да, конечно. Нет.
Дожди. 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 Я назад хочу, она не идет. Может, я-то угадаю. Движутся. Да, но только что-то я не понимаю, как их. Нет, что-то я не понимаю. Попозже сюда пойдем тогда. Подожди. А вот и часики. Там я что-то не вижу. Сколько? 11. Что-то не то. Ладно, пойдем поищем. Я не знаю, куда я иду, но куда-то мы идем. Здесь что, лестница? Видимо, тут есть тайная комната. Как ты видишь, да? Походу, есть.
Ключи. Это блюдок. По-любому там какой-то блюдок. По-любому сейчас сука сюда пойдет. Понятно. Ты же это говно вонючая. Роботы. Словился? Да, словился я. Но их тут очень много, да? Чему это нечестно? Да откуда я знаю, какой ключ? Ну тебе полная жопа. У тебя последняя попытка. Не угадала, ты умираешь. Ты умираешь, дура. Но нет, успел. Ой, я боя. А теперь что? А теперь сейчас вздыхай. Блин. Нафиг мне дали за нее играть, просто я не понимаю, зачем. А это зачем? Тут вот часы, да? А, сломанные. Да какие они сломанные, дура ты. Не может быть, что они сломанные. А может быть и сломанные. Ну и что делать? Это надо как-то открыть. Как? Вот как ты откроешь? Одиннадцать четыре. 11-4. Подожди. 11-4. Я вот эти часы вообще не понимаю. Так. Раз, два, три, четыре. А, вышел зайчик погулять. Ну и как его убить? Ну и как его убить, этого придурка? Ну-ка. Пиздец. Попридумали хрень какую-то собачную. Mm.
Ну и как, блядь, ну чё он там стал, как это? Я не знаю, что делать, без понятки. Вы думаете, я знаю, что делать? Хм. Давайте подождем тут, пока миссионер уйдет, блядь, куда-то. Блюдок этот. Какой бред, мамочка, ты родина. Беги. И чё? Может, фонарик как-то? Искал он сюда, да, давай. Сейчас тебя наебу, как говорят. Давай, иди сюда. Что ты там? Да иди сюда, дебил, а ты, блядь. Давай. Может, получится? Есть. Дебила. Да, спокойно. Сейчас тебя там другой отимеет. Будет тебе спокойно. О, я сказал же. Сейчас тебе останут они. Сейчас тебе так останут. Отимеют только как атак тебя. Ебануться. Нахуй ты сюда опять вернулась, и мне интересно. Я же тут был. Нахуй ты сюда вернулась. Овечка ты, блядь. Я же тут был. Зачем она сюда вернулась? Я же тут был. И зачем она сюда вернулась? Обратно? Не знаю. Я не знаю, зачем она опять сюда вернулась, эта лошадь ненормальная. Блядь. Я не знаю, почему, зачем она опять сюда вернулась, эта дура. Если я тут был. Игра, ты меня просто убиваешь. Давай, иди сюда, подурок. Давай, побыстрее. О, молотит. Быстрее шевелись. Шевелись быстрее. Может быть, его ебануть чем-то можно? Нет? Из-за его ебануть. Ты могла хоть его пиздануть или толкнуть? Овечка. Какая она овечка? Ну иди сюда, да на, блядь, буду стоять. Нахуй до конца. Ебануть. Давай, иди сюда, вот, на. Мамочка, ты родина, чё за игра дебильная, блядь, сделали? Отработчики эти идиотские, блядь. Давай, иди сюда. Все, goodbye.
Ну и что делать? Там ключ уже больше не работает. Остань. Да че тебе по башке дали бы нахуй? Что вообще тупица стала бы? Так, подожди, часы. Сколько там было? 11. Ну и куда это идет? Интересно, я хоть правильно иду? Давай, давай! Сейчас тебе тут еще тоже кто-то поимеет. Ты поимел? А, нет, вон они только идут. Я думаю, тебя поимеет. Да заеб... Вообще они надоели мне. Ублюдки эти рыцари, блядь. А, сейчас тебя тут тоже поимеют. Невероятно задолбали! Да, сейчас они все проснутся. И тебя поимеют. Да. Нет, тут загадка. Тут какая-то загадка. С ними по-любому, да? Так, все. Один пошел. Меня иметь. Другой тоже пошел меня иметь. Ебануться. Я вахаю просто с этой игрой. И меня поимели уже. Нет, меня еще не поимели. Хорошо. Сейчас точно тогда поимеют. Нет, не поимели. Ну ладно. Ай, да. Что тут? Ну, и что? Ага. Ага. Подожди. Может поменять надо? Это сюда. А это сюда. Подожди. Луна. Подожди, подожди, подожди. Да, блин. Ничего мне это дало. Нет, нет, не гасните. Опять? Опять. Ой, пиздец. Обратно назад тишевать. Вместе с ними. Ой, бля. И что мне тут делать? А, они как это застыли на пару минут, застыли. Ай, я вахаю. Ну, этот рабочий, а вы получше не могли бы что-то придумать, а? Такую хрень попридумывали, а? Ну это на правда, но это смешно просто. Пиздец. Я в ахуе. Так, ладно, ну мне вот сюда надо. Хорошо, с этими лицами.
А, во, один и уже идет. Поиметь меня хорошенько. Ой. Бля, я забыл, да? Вот это сейчас тут темно просто, я ничего не вижу. Меня поимели. Нет, меня еще не поимели. Это хорошо. Чего меня еще не поимели? Беги. Я вообще не знаю, куда я бегу нахуй. Но я думаю, правильно бегу. Тут темно, как у жопы негра. Просто темно. Я вообще ничего не вижу. Чего идти, куда мне? Я вообще ничего не вижу. Просто ноль. Блин. Эта дверь должна открываться. Она не открывается. Почему? Почему она не открывается? Это ебанутая дверь. Я вообще нихуя не вижу. Ноль просто. Тут темно, больше ничего я не вижу. Нормально. Заебись. Бля, фонарик надо было хоть взять с собой. Ну-ка, можно назад? Можно. Это мать имеют. По полной. Давай, блядь. Ебать, какой ты ебанутый, блядь. Их сколько там.
Шо нахуй отсюда, пожалуйста. Сгнись отсюда, блядь. Нам за жопа, блядь. Мне уже здесь, я не знаю. Сил не хватает. Братва, двигайтесь. И все, тут темнота, да, пошла? Да. То есть темнота пошла. Я вообще не вижу, куда я иду. Ну-ка. Но мне не сюда, мне надо как-то туда попасть. Но там все закрыто. Там все закрыто и еще... И еще они меня бесят, эти уроды. Спалили. Мне пиздец, я думаю. Я думаю, мне пиздец. Хорошо. Ать. Было бы больно. Блюдки. Отлично. Походу я правильно. Да, еще чуть-чуть и тебе. Контыка. Ой, овечка. Какая она овечка просто. Слава богу, мамочка ты, родина. Эшли, живая? Да. Сейчас я тебя вытащу. Да, сейчас. Сейчас она вытащит. Сейчас. Что за курицу мне дали? Я поймаю. Да, попробую. Да не надо. Брось ее нафиг. Правильно. Забирай ее. Забирайте ее. Забирай ее, я тебе ее дарю. Нахрен ее. Капец просто. Давайте мы сделаем маленький сейчас перекур. Я думаю. И дальше будем проходить. Ну пока месяц перекур. Ой, ё-моё. Не знаю, оригинальный такое не было. В четвертой части. Ну, что у тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Он славный мальчик. Послушный. Ладно. Оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. Че, я за нее буду играть? Нет, за нее я не буду играть. Ладно, перекур.
Так, понеслась. Леон, ты не передумал? А, да? Допустим, что нет. Тогда слушай. В тронном зале назревает что-то серьезное. Трудно быть нянькой, да? Эй, Ада! Ада! Ой. Десятая голова. Как всегда. Я думаю, мне сюда не надо вообще, да? Че я тут забыл? Или тут дверь есть? Нет, двери нету тут. Так. Еб твою. Это мне вот сюда надо идти. Ладно. Неправильно. Да, вот сюда. И вот сюда. Почему? Ё-моё, чё за тварь, а? Ладно. Возьми, пожалуйста. Твари, блять. Это точно. Бежим, короче. Просто бежим. Где-то их будем убивать, а где-то будем просто бежать. Так, отлично. Это мы сейчас быстренько сделаем. Не, вот это. Просто бежим. Как? Ну что за бред? Мне пиздец. Мне просто пиздец. Их тут очень много. Что, надо убить их, что ли? Походу мне их надо всех убить. Да. Ладно. Понеслась. Что я могу сказать? Будем их убивать. Подожди.
Возьмем винчестер. Двух очень много. Пиздец, патроны выключились. Подожди, вот это возьми. А ну, нормально. Зарядись. Ё-моё. Так, подождите. Их очень много. Их там очень дофига. Очень дофига. Просто. Так, идем туда. Нет, идем назад. Да как, блять, она так прыгает, сука. Пиздец мне. Как они так прыгают? Как, сука? Да шо за игра такая, блять? Просто. Ладно, понеслась. Просто пиздец. Слов нет просто. Ну да, конечно. Короче, ладно, поперли. Работаем перво с ней. Почему она их очень хорошо вышибает. Отходим. Все, да? Нет, подожди. Нет, все.
Работаем с ней. Где эти уроды? Может, вот так сделать? Нет. Ну-ка я сейчас проверю с пушкой, как они умирают. С пушкой они тоже хорошо умирают. С пушкой они тоже хорошо умирают. Зарядись. Отлично. Так, ну я думаю, я тут не всех, да, убил этих тварей. Нет. Сука. Не пиздец. Нет, нормально. Живем. Ну и сколько этих тварей еще тут будет? Мне интересно. Сделаем вот это. Потом сделаем... Блять. А ну пофиг. По-любому тут еще они есть. Не имею в виду, что это еще не все. Не всех я убил. Так, ладно. Блядь, как они вот это бесит, когда они вот это прыгают. Блин. Сука.
Ну и сколько их тут? Мне просто интересно, сколько их тут. Долго я буду их убивать? Или нет? Фух, я думаю, нет. Я думаю, это еще не все. Подожди. А закрыто опять. Почему так быстро закрывается? Или мне не туда? Понятно. Что-то открылось и быстро закрылось. Я вот сейчас это понять не могу. Что-то может быть. А, все понятно. Окей. Так, сколько мне тут патронов? Отлично. Девяточка. Все. Закончилось. Фу, ё-моё. Да. Слава богу. Что держит? Что-то держит, короче. Непонятно, что держит. Ну это понятно, что держит. И
понятно. Твою мать. Караду. Ждем их. Как они так живые остались, а? Ну чё бред такой гоните? Да возьми эту пушку засранскую. Вот сейчас надо было и кинуть гранату. Блин. Пиздец мне, короче. Пиздец. Ладно, короче, подождем. Не будем пока мзи гранату кидать. Мы лучше подождем. Давай, крутись. Молча подождем. Поиграемся пока мись. Вот с этой. Да. Пиздец. Ебануться. Они же слепые. Или нет? Нет, они походу не слепые. Подожди. Один готов. Да сука, отъебись от меня. Пиздец мне, короче. Иди ты нахуй. Отсюда, блядь, от меня. Все, тихо. Я думаю, они слепые же. Отъебались, блядь, оба, сука, блядь. Пиздец, нет. Откуда эти ебучие, вот эти твари повыходили, блядь? Убей его, правильно, убей его. Правильно. Ой, красавчик, мести их. Тихо. Тихо, 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 тихо. Правильно, мести его. А откуда вы, блядь, повыходили? Тихо. Спали у меня. Все, спалил. Откуда вас, блядь, нафиг? Вы чё, оборзели, что ли, игра?
Ебаный рот. Пускай они сами собой там воюют. Этого тоже завалите, пожалуйста. Хорошо. Красиво. Молодцы. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да куда ты идешь? Отъебись от меня. Пошел отсюда. Козел. Как так, блядь? Да сдохни хоть один, тварь, а. Хоть один, сдохни уже. Пиздец, как они меня заебали, эти овцы. Они просто не сдыхают, и все. Я вообще не могу понять, почему они не сдыхают. Я вообще не могу понять, почему они не сдыхают. Мне, короче, пиздец. Я не знаю, что делать. Хуй понять. Я сколько им уже стреляю, им вообще похуй. Хоп, одного завалить, пока мы сбрать. Можно было бы. Есть, один готов. Окей. Один готов. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Один готов. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо.
Вы попадешь на этого пидораса. Просто хуй попадешь туда. Хуй попадешь. Это как всегда, сука, законченная, блядь. Конечно, нахуй, все патроны закончены почти, блядь. Ладно. Отлично. Фух. Отлично просто. На здоровье у меня нема. Может, тут что-то есть? О, отлично. Вообще просто прекрасно. Дела не ахти. Просто прекрасно. Нож, да нафиг он мне нужен? Заканчивать пора. Чё, босс, да? Без патронов, без ничего, босс. Эшли! Леон, стой! Нет, не подходи ближе! Что с тобой? Берегись! Да-да, продолжайте. Нет! Не противься, милая. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Прошу, прошу. Больной ублюдок. Кинос деспедимос, сеньор Кеннеди. Держись, Эшли. Я иду к тебе. Да, конечно. Конечно. Так, давайте захоронимся. Где у меня тут барига? И все, короче, будем заканчивать. И спустил дух? Дух ты, да. Не знаю, как я с ним драться буду. У меня патронов вообще нет. По нулям. Удачно приземлился. Ну да, почти по нулям. Что это? Ну, понятно, сейчас вообще будет по нулям.
пока мы до босса дойдем. Будет вообще по нулям. Сказал же, будет вообще по нулям. Ну, какая ты сука, я тебя догоню. Темно просто, как у... я не знаю, что нахуй, блядь. Да, блин. Ну, понятно. Хули он не сидит. Пока мись выстрелит, его убьют. Ай, блядь. Бля, ну какого хуя пришли начало? Удачно приземлился. Угу. Ну давай, побыстрее, побыстрее делай. Чем его ебануть можно было бы? С этой, да нет. Что это? Да откуда я знаю, что это? Иди уже к нему и все. Можно просто бежать и вылезти отсюда? Можно, спасибо. А сейчас я посмотрю, кто это. Че за блюдок? Че, прыгать туда, что ли? Прыгать. Ага. Попался блюдок. Подожди, блядь, хватит меня мотать нахуй по этой карте. Подожди. Угу. Я думаю, я назад иду.
Окей. Вот, Блин, 2 минуты осталось. Где мы уже сохраниться? Заканчивать пора. Сделал. Да. Ладно, пофиг. Что с тобой? Что ж такое? Не знаю. Я вот тебя спрашиваю, что с тобой? Да, я знаю, что с тобой. Тебя я спрашиваю. Отлично, там вон барига есть. Тебе понравится, мои. Да. Конечно, понравится. Твои товары, Привет. Давайте быстренько посмотрим. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост. Ну, пушек новых нет больше. Я его уже. А нет, вот есть. Чем еще? Сейчас мы ее и купим. Сейчас мы ее и купим. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Угу. Спасибо. Спасибо. Я продаю много отличных товаров, чужак. Из этой штуки ты сможешь быстро запускать опасные фейерверки. Да, конечно. Приходи в фейерверки. Бое время. Так, ладно. Отлично, пока мись. Так, рыбки, рыбки. Нет, рыбки мы оставим. Мы сделаем вот так. И вот так. Да. Вот так. Все, да? Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Без нужной суммы договориться не получится. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Я вот ее хочу, вдруг, да. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Я вот ее хочу. Тут один удар и босса нету. Драгоценности непреславная сделка. Я думаю, давайте вот это все продадим. Зачем она мне? Готов купить почти все. Оно мне не нужно. Спасибо. Короче, не нужна она мне. Вот эта хрень тоже мне не нужна.
Так, это однозначно так. Мне пригодится. Вот это по-любому мне нужно. Ну и все, да? Что, да. Это все? Да, это все пока, мисс. Я тебе не филантроп. Пока, мисс, это все. Даже улучшить. А, тоже можно улучшить, окей. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Чем еще могу? Ты только там не убейся! Ладно, все. Давайте мы тут закончим. Ну а пока, мисс, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами уже скоро увидимся. Всем пока!